Трагедия произошла еще в начале года. Сотрудницу почты убил подросток из-за 50 тысяч рублей. 16-летний парень подкараулил женщину во дворе одного из частных домов, когда та разносила пенсию. Он напал на почтальона, вооружившись деревянной палкой и ножом. Подросток нанес потерпевшей множественный удар, в том числе в область головы. От полученных телесных повреждений 54-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Тело подросток попытался скрыть, забросав снегом. Труп обнаружили в этот же день. В результате действий оперативников малолетнего преступника быстро задержали. В ходе расследования выяснилось, что этот же молодой человек годом ранее был причастен к краже мопеда.